20 октября свой праздник отмечали представители одной из самых творческих профессий – День повара. Это торжество для всех специалистов кулинарного искусства, в том числе и тех, кто еще только постигает азы мастерства. Как отметили вкусный праздник в Конаковском колледже, узнавала наша съемочная группа. День повара – это всегда большой праздник в Конаковском колледже. Поварскому искусству здесь обучают уже 37 лет. И по сей день это направление остается в учебном заведении одним из самых востребованных. На данный момент 52 студента учреждения продолжают постигать гранит кулинарной науки. Наши повара есть везде. Вот возьми любой. Рэдисон, комплекс отдыха Завидово, Ривер Клаб, отель Конаково, в детских садах, в школах, везде. В Конаково работают наши повара, выпускники наши. И очень много, наверное, поваров работает в Москве и в Московской области. В преддверии праздника в учреждении традиционно проходит целая череда мероприятий. На протяжении недели студенты участвуют в различных конкурсах и классных часах. Самым познавательным занятием для учащихся стал мастер-класс от шеф-повара по приготовлению теплого салата в азиатском стиле и блинчиков креп-сюзет, которые являются классикой в ресторанах Европы и блюдом французской кухни. Задача этого мастер-класса – показать, что в принципе все продукты взаимозаменяемы, из любых можно что-то придумать, не надо бояться экспериментировать с различными соусами, с различными подачами. Также мы покажем небольшую такую, скажем так, фьюжн-подачу, когда у нас будут именно продукты, которые мы используем, они будут частично для сервировки блюда использованы. Не соусники, как в априори это должно быть, а именно будут сами продукты использованы, использоваться в украшении блюда. В ходе приготовления салата шеф-повар показал, как совместить горячие и холодные ингредиенты. А вот процесс приготовления блинчиков заинтересовал студентов элементом фламбирования. Это прием кулинарной обработки, при котором блюдо поливают крепким алкогольным напитком и поджигают. При выгорании спирта у блюда появляются необычный вкус и аромат. После проведения мастер-класса студенты смогли насладиться кулинарным изыском от шеф-повара. Подобные мероприятия с участием мастеров поварского искусства планируется проводить в колледже каждый месяц.